Так, а теперь у нас все-таки будет. Все-таки будет этот царь горы, потому что Неку пришел, и ему есть оппонент Сагитариус. Сагитариус Зангива взял. Надеюсь, Неку его взорвет. Да, я не хотел Махара пихать, просто нету противника больше у Неку на царь горы. Так смотри, Неку сейчас и Макара выиграет своей ёба Чинли. Хотя Сагитариус уже раунд взял. Похоже, сейчас будет 10-0 в пользу Сагитариуса. Неку не хочет играть. Ну как он Зангивом выиграл Чинли? Алло, в смысле? Потому что Неку бесился вместо того, чтобы играть нормально. Давай, Неку, гаси его! О, Airthrow, кусь-кусь! Вот это накал страстей! Да, Саги просто крутит и все. Просто крутит и все, пофиг ему. Зачем блочить? Офигеть вообще, как так можно? Ну хотя это супер турбо, здесь так можно. Думаешь, у него есть скрипт, он одной кнопкой делает 360? Не, а если реально так и есть? Тогда Саги читер получается. Зовите Рю Форевера. Он не может так лавить, так четко 360 каждый раз водить. Кайф, царь горы все-таки есть. Это круто. Два матча в пользу Хонды. Только еще бы Саги с Хонду умел играть. Хоть чуть-чуть. Хотя что тут уметь? Чаржишь назад, жмешь вперед панч, летишь головой. Нифига, это что, комбо было? Развел! Молодец! А сейчас не получилось. Хорош, Неку, хорош!
Jump MP уже за Кэмми выучил. А то все прыгал с Jump MK, не в тему. Саги отказывается блок жать вообще в принципе. Он никогда не делает блок вообще. Во всех ситуациях что-то жмет. Саги, когда научишься блок нажимать? Хотя бы так наказал. Повезло, сейчас Неку, конечно. Один удар только получил. Йоба ДП. Тэчит бросок Саги, молодец. Скрипт включил, блок отключил. Неку нормально играет. Ну, ему просто... Тоже нужно блочить иногда. Он идет, кнопки жмет, а не понимает, когда нужно подождать, микропаузу сделать. Это 2-2. Ну уж Кена-то Сагитариусовского можно выиграть, Неку, я тебе говорю. Просто подожди, он 100 раз сделает ДП, и ты хотя бы раз 20 из них и накажешь. Бейты пошли. Уже супер накоплено, а у Неку только половина. Забейчено. Наказать не смог. Да нет, смог. Хотя бы один раз ударил. Как вернуть в файткаде отображение чата и верхнего текста? По-любому где-то настройках каких-то есть. У Лю Форевер надо спрашивать. Шимми через весь экран, Чен-Ли такая подходит. Отходит назад на фуллскрин, потом снова обратно подходит. Ты не успеваешь даже моргнуть. Реактивная ходьба. Три два в пользу Неку. Подножка Чен-Ли перебила подножку Байсона. О, на голову наступил. Прикольно, с томпом можно этот перебивать, Сайко Крашер. Мы узнали что-то новое. Ах, не повезло. 3-3.
О, он снова навернулся на Кэмми. Может, что-то и получится. Играют в точности, как Кей Джей любит. Пол — это горящая лава, нельзя на нем стоять. Они все время поэтому прыгают. О, Стан! Бросок просто делай! Да, видите, Некл остановился, подумал, и только потом сделал что-то. И в идеале, конечно, нужно сразу же знать, что делать. Саги взял своего мейна. Давай, Неку, навязывай ему инициативу. Не давай ему ничего делать. О, найс, ДП. Эх, слишком рано ДП сделал. Не ожидал такой встречи с лайткиком в воздухе. Так, преша. Нек уворачивается от Кикукина. Аэртроу, гигантский урон. Этой фигней можно чипать нехило, я смотрю. У Спайрал Арроувился под прыжком. Еее, отбился, раунд взял. Все, Саги разозлился, пошел просто бросать. Чит, чит, все это чит. Ну все, безумие началось. Хорош. Да как Саги-то везет с этими бросками? А, Неку промахнулся на прыжкой. Интересно, у Чен-Ли есть комбы на прыжке? Просто выпрыгнул вперед на вейке. Смело. Бросок делай! Хорош. Саги спейсинг получше, он постоянно ловит на фаербол. Отходит такой назад специально, потом кидает Кикукин, и противник приземляется на этот Кикукин. А как Чен-Ли дотягивается с такого расстояния броском своим? Три удара в блок делает, потом еще бросает. Офигеть. Хорошо, некуда течет бросок. Крутой реверсал был. Все по таймингу. Саги вышел из угла. Не, спиннинг бёрдкик слишком медленный для такого дела. Ух ты, какое мити! Четыре подряд!
Неужели Саги все это время пытался апкик сделать? Кто-нибудь понял логику этого матчапа? Я пока нет. Просто 70% хп за 3 секунды ушло. 6-4 Неку. Секретарю взял зеленый костюм. Тот бросок, кстати, Сагитарио смог затечить. Раз он еще не умирал, то даже из стана, когда тебя кидают, можно затечить, если это не до смерти бросок. Блин, антиэрит броском. Нелегал. 6-5. Отличный. Отличное начало для Неку. Заэртуэрил на предикт хардкиком. Чё там Саги жмёт? Ты жми просто блок назад. Это не кроссап. Это не кроссап. Саги просто сожрал все подряд. Я даже думаю, что он там и не думал блочить. Ни разу. Все как Кей-Джей любит. Неку продолжает мочить. Этот бэкфлип Чен-Лин почти никогда не бьет кроссап. Он всегда бьет обычным ударом, не кроссап, то есть спереди. То есть блочить надо назад. Даже если вам кажется, что Чен-Ли уже с другой стороны у вас, все равно блочить надо назад. Офигенно. Нокдаун с эр-хардкика. Неку оказался в углу. Какое-то реально безумие происходит. Оба прыгают и прыгают. Потому что на земле против Чен-Ли стоять лишние секунду опасно. Она может сбросить тебя за километр. Вот это игра. Не, в углу это не работает, Неку, это в углу не работа. Охренеть. Эртроу. 8-5 уже. Так сейчас же еще через две игры Неку выиграет. И Сагитариус обломается. Хотел пройти под напрыжкой.
А, Саги взял Олченли. Совсем уже охренел. Ну, Олд Чен-Ли-то не может течить броски. А обычная Чен-Ли может. Это было сверх тупо брать Олд Чен-Ли против обычной Чен-Ли. Я сейчас понял это. Не, Энкросс, сразу не гоу. Да блин, некуда, давай выигрывай, это же Олд Чен-Ли. Она не может течить. Зачем Саги ее взял? А, слишком рано сделал бэкфлип. Саги, наверное, охреневает от такого напора Неку. По-моему, просто уже кнопки отпустил. 9-5. Просто пошли друг на друга бросать. Прыжки и броски, все, что надо. Так так не положено, не Энкросс. Царь горы играется один матч за неделю. Да еще вопрос, кто кого нагнет. Блин, это же матчпоинт для Неку. Но сейчас Саги вытащит. Еще будет раунд. Или нет? Неку выиграл Сагитариуса. Разбудите меня. 10-5. Разгромный счет относительно. Оба сразу свалили. А, нет, не свалили. Блин, ну это было круто. Десять пять. Ученик превзошел учителя, походу. Есть ли у нас связь с Неку? Может, в Дискорде? Раз, два, три. Попробуем получить Неку на интервью.
Ты тут? У тебя мут стоит, и микрофон, и звук. Там микрофон перечеркнут, и эти самые наушники тоже. Чё-то Неку не может разобраться с Дискордом. Как же в нем голосовая связь работает? Знаешь, ты меня слышишь? У тебя не настроен микрофон в Дискорде, поэтому я тебя не слышу. Перезайди во всю программу заново. Тогда, возможно, заработает. Ну перезайди, перезапускай программу. И мне это вчера помогло, точнее, позавчера. Тоже перезапущу. Должно быть щикотно. Все, теперь слышу. Ой, ё-моё. Ну что, давай вначале. Что ты думал, когда Саги играл за левых чаров? Фри. Да, даже так. Но вначале-то как раз вы на равных шли. Он 4 игры взял другими чарами. Не мейном. Ну да, то есть он... Я выиграл одно очко потом. Он очко... Ну, блин, это просто как бы... Надо было смена персонажей, важна была. Потому что против Зангива, например, я играю только Кэмми, и я не могу никак... Той же Чанли я не могу тащить против Занги. А... Против всех остальных можно попробовать и Чанли, если не получится, тот же Рю. Мне понравилось, как это, ты прыгал назад и стомп делал за Чанли против Байсона, психокрашера. Я даже не думал об этом, что так можно делать. Этой Кэмми можно нормалом МП, и за Чани можно даун МК. Ну вот там даун МК, он даже без трейдов всегда, наверное, выигрывает. Он перебивает, да, он всегда выиграет, потому что хитбокс он огромный, ну, то есть хёртбокс сверху остается, хитбокс внизу. А у МП я как раз недавно... Ты прерываешься, давай говори. Да. То есть хитбокс психокрашера у него больше, чем хёртбокс. И он как бы основан в середине, чем по сверху или снизу. То есть его можно перебить сверху любым нижним каким-нибудь воздушным нормалом. Но у Чани это даун МК. У Кэмми, наверное, МП трейдится иногда, иногда перебивает. Да, бывают такие ситуации, когда МП трейдится. Но это головой, если его ударить, то будет трейд. Если где-то в живот, в ноги попасть, то это вообще изи. А потом безумие началось, Чанли на Чанли. Ты мне расскажи примерно, ты понял какую-нибудь логику, или ты просто по наитию прыгал? Ты понял какой-нибудь механизм, схему? Я понял механизм, он вначале, я думал, что он сейчас пойдет бросать. Но, как оказалось, нет, он какие-то там выучил блок стринги. Понял и начал как бы играть так смешанно. То есть я начал
всякими блокстрингами, гиммиками кидать его, и он, конечно же, много подножек сожрал из-за как раз гиммика Кикокен. После, например, напрыжки, ты вот, наверное, заметил, после напрыжки кроссапового я иногда делаю подсекан. Да-да. Потому что противник ожидает броска. Да, он не то что ожидает броска, проблема в том, что когда Саги начал уже просто блокировать этот бросок, я просто шел и бросал. Ну да, миксап. Да, то есть я его как-то так вот обманывал. А когда вот вы в упор оказывались, вообще вот близко, и постоянно прыгали, и ты постоянно его ловил на air-to-air еще к тому же. Ну и он тебя, и ты его, но ты больше. Да, но у него типичный такой air-to-air, то есть он может либо МК, либо юзать. Ну, я так и уже понял, что ему как бы важен хёртбокс ножки Чан-Ли, значит, мне нужно просто перебивать МП и раньше прыгать. Ну, а в прыжку делать однофреймовую с МК. То есть вот так вот. Да, вот он не юзает этот Jump MP. Это да. Jump MP, да, ты делал? Рука в воздухе? Да, да, да. Она как-то получается анти-air-to-air. Да, да. То есть у него там хитбокс... О, хёртбокс такой вообще великолепный. Один из раундов он все сожрал бэкфлипы. Да, я наконец-то научился их нормально использовать. Ты мог заметить, когда Чан Ли Сагитариуса просто после бэкфлипа отлетела от стены и куда-то улетела непонятно куда. Это был охрененный такой кроссап. Ну, как я понимаю, кроссапы — это когда очень глубокая мити заходит. Когда на последними кадрами. У Чан Ли, да, может быть два варианта. Когда слишком поздно заходит, то есть там остается один кадр актива, и где можно задеть. Или просто влезть в самую середину персонажа, то есть там такая вот приколка есть. Можно, в принципе, одной пяткой персонажа. Ну, ты, может, видел, когда Чани Сагитариуса делала подножку, я просто делал бэкфлип и кроссапила. Ну то да, вот когда, получается, это работает кроссап еще в том числе, когда противник что-то делает, и у него хёртбокс меняется прямо в момент удара. Сдвигается, я так понимаю. Да-да-да-да. Ну все, поздравляю, даже, можно сказать, разгромный счет 10-5. Теперь задача, кого же найти на следующий царь горы тебе. Если никого не найду, то Энкросс просится уже давно. Не знаю. Это перед тобой, конечно же. Ну, где-то вот как, не знаю, суббосс, а ты босс. Да блин, еще знаешь, сколько всяких игроков есть? Еще есть там Эвил Акума. Эвил Акума. Ну, Гарри там, блин, этот. Можно, конечно, но у него флешка, как это называется, 4G модем. Ну, не знаю, можно попробовать, если я играл с ним. Вроде бы было бы норм. Еще же есть Чинтай Мэй, Эвил Акума. Эвил Акума же не участвовал еще в Царе Горы? Вроде нет. А вот с Чинтай Мэем есть одна проблема. Он один раз тут бомбанул, я тоже играл на Чане. Вот не задалось против Байсона, я его все время... И его так жестко бомбанул, я не буду играть в СТ никогда. Ну не знаю, может сейчас изменит свое решение. Может он как-то апнулся. Он же в SF4 турнире участвовал. Под левым ником. Ну да, видели. А Эвил Акума, я так понимаю, не сидит ни в каких конфах, нигде его нет. Акума, да, но его можно поймать. Я его часто вижу, вот когда я захожу в
Street Fighter 2 Turbo, он всегда там сидит. Играем, фанимся. Я вспомнил, еще же есть Лео 13 у нас в конфе, переводчик. Ну да, есть, но я не думаю, что его надо было бы, не знаю, где-то, но не прям сейчас. Капец, у тебя, ну, прерывается. Наверное, громкость колонок большая у тебя. У меня не колонки, у меня наушники. Тогда не знаю. Ну, суть в том, что Лео 13 говорил, что он хочет, просто в этот раз он не мог. Он занят в этот день. Ну, давай сегодня. Его на следующую неделю тогда. Ну, если получится. Да, если получится, конечно. Ну, я не знаю, погоди, сейчас я посмотрю. Так это, ЕФА-то ты поедешь в итоге или нет? 12 число, а он будет 3 дня. То есть 12 числа я уезжаю в Волгоград. Вот в чем дело. По делам. Я так и знал. Да, так и знал. И я тоже думал, что ах, вот 27 августа будет Change Fest. И хрен, он будет 12-го. Но зато, если ты потыкаешь волгоградские каналы, ты увидишь меня на телевизоре. Где же я их найду-то? Там будут транслировать. Транслировать что? А там проводится такой косплей-фестиваль, там с караоке и так далее. То есть там это будут по Волгоград один показывать. Понятно. Ну, линканешь потом. Я такое приготовил, охренеешь. Ну ладно, все тогда. Давай, счастливо, до следующего четверга. Давай, покеда. Пока. На этом все, ребята. Спасибо Энкросу, Неку, Сагитариусу. Это было не скучно. И на этом все. Увидимся в следующий четверг. Сейчас какой-нибудь звук бомбану. И сразу нажму завершить. Заранее не подготовил. Служить.